пытались многие спастись от смерти, когда борт лайнера горел на полосе. Спаслись не все, кто погибал в огне на месте. И снова горе, снова трауры в стране. Наверное, не привыкать нам в этих бедах, когда неоднократно происходит так. Все больше делаем ошибок на примерах, и жизнь людская стала в сущности пустяк. Сойдет ли с рельса поезд, или корабль затонет, от газа дом взорвется, авария в метро, аварии на трассах, смертями землю полним. А сколько самолетов вот так сгорят еще? Хоть в воздухе, хоть в море, конечно, и на суше, со смертью все играем, рискуем и живем. И от трагедий этих жизнь не бывает лучше, чтоб без войны так гибнем, не доживая мрем. Сколько коллег сейчас стало порядком инвалидов, трагические судьбы от этих катастроф. Как избежать нам беды, скажите-ка на милость, чтоб бед не было вовсе, народ, чтоб был здоров. Когда поймем мы все же, жить просто без ошибок, и чтоб не ошибаться, ошибками не жить. Хотеть мы только можем, без горя и поминок никак не получается нам без трагедии быть. Опять в церквях молебен, вновь свечи зажигаем, свечи скорбят и молят, известно по кому. Век наш житейский беден, Бог нас за все карает. Кто виноват сегодня и за кого в гробу? Скорбим и сожалеем об этом общем горе. Поддержим друзья Мурманск в трагической беде. Сегодня петь не смею с ужасной этой болью, и траур этот скорби опять будет везде. Приносим соболезнования семьям погибших. С трагедией такою людей всех не вернешь. Свечи горят умеренно, мольбу иконы слышат, в землицу похоронят за чей-то бедный грош. Им будет теперь легче, душа уже уплыла в небесные просторы неведанных миров. Не будет траур мельче, что было, то и было. Земля им будет пухом и вечным только снов.